Вице-премьер-министр Александр Вилкул поздравил спасателей с профессиональным праздником и торжественно вручил ключи от служебного жилья работникам ГСЧС в Днепропетровской области. Государство оказывает поддержку в решении жилищных вопросов спасателей. Эффективность и качество выполнения ими профессиональных обязанностей во многом зависит от тех условий, в которых они проживают, считает вице-премьер. С 2010 года уже 46 работников службы по чрезвычайным ситуациям получили свои квартиры, и мне очень приятно, что сегодня еще 17 семей получат ключи от квартир в реконструированном общежитии. В Украине для обеспечения спасателей жильем реализуется проект по созданию ведомственного жилищного фонда путем переоборудования и реконструкции служебных помещений. В целом в Украине за 3 года жилье получили более 300 спасателей.